не верно, да, замечательно. Спасибо. Дорогой Саша, дорогие друзья, действительно, нас сегодня собрало два события, которые полярны в каком-то смысле. Саша, он настоящий мужчина, замечательный друг многих людей. Но и сегодня действительно Международный женский день, который мы с удовольствием отмечаем все. Будучи как певцом, я хочу предложить вашему вниманию, так как я все-таки классический певец, и мне как-то нужно сделать такой выбор, я хочу предложить вашему вниманию замечательный всеми любимый романс «Я встретил вас». Спасибо. Кого-то встретил и что-то было, я сколокнулся. Во всяком случае, Саша сегодня встретил свой коктебель, да? Мы можем пойти. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Как поздно бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то стрепенется в нас, когда повеет вдруг весною. И что-то встрепнется в нас. Тут ни одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже вас очарование, и тоже в душе моей любовь, и тоже вас очарование, и тоже в душе. Итак, Сергей Есенин, я спросил сегодня у меня. Я спросил сегодня у меня, что дает за полтумана по рублю. Как сказать мне для прекрасной Лалы, по-персидски нежно не люблю. Я спросил сегодня у меня вы, легче ветра тише ванских струй. Как сказать мне для прекрасной Лалы слово ласковое поцелуй? И ответил мне меняла кратко, о любви в словах не говорят.
о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названия не имеет, поцелуй не надпись на гробах. Красной розой поцелуи веют, лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, с нею знают радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, что срывают черную чадру. Я спросила сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю. Как сказать мне для прекрасной Лалы по-персидски нежное люблю? Милой не сказал, милая спросила, крутит ли метель, затопить бы печку, постелить постель. Я ответил: милой, нынче с высоты кто-то осыпает белые цветы. Затопи ты печку, постели постель, у меня на сердце без тебя метель. Голубая кофта, синие глаза, никакой я правды не сказал. Плачет метель, как цыганская скрипка, милая девушка, злая улыбка. Я не робею от синего взгляда, много мне нужно и много не надо. Ты молодая, а я все прожил. Юношам счастье, юношам радость. Ты молодая, а я все прожил. Все, я сбился, простите. Я сейчас реабилитирую. Огромной России. А есть люди, которые не могут управиться с нашим столом, да? Нет, хорошо, хорошо, нет, я... Сейчас я... Нет, не хочу. Я просто начну петь и все. Выпился над озером алый свет зари, наоборот, со звонами плачут глухари. Плачет где-то и Волга, схоронясь в дупло. Мне не плачется, на душе светло. Плачет где-то и Волга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется, на душе светло. Знаю, выйдешь в поле за кольцо дорог, сядем в копны свежие под соседний стог. Зацелуют до пьяна и зону, как цвет, хмельному от радости пересуду нет. Зацелуют до пьяна и зону, как цвет, хмельно
дому от радости пересуду нет. Чтобы вы почувствовали вот эту силу, мощь пространства, великолепие, красоту. Песня называется «Азамат». Это эпическая, эпическая история. В небе солнце!